Всем привет! У нас новое поступление колясок. Новинки. Первая новинка в нашем магазине — это Rand Volt. Большие колеса, не боятся проколов. Колеса Eva. В комплекте идет, получается, чехол на ножке и подстаканник. Сразу видим глубокий капюшон. Чехол у нас посередине расстегивается. Удобный доступ к ребенку. Либо вообще убирается. Отстегивается. Здесь у нас, получается, эко-кожаная вставка. Ограничитель между ног, пятиточный ремень безопасности с светоотражающими вставками. Бампер, получается, какой-то поролон, да, какой-то звон. Так же, как и ручка для родителей. Ну, родительская ручка. Это не эко-кожа. Амортизация присутствует передняя. Задняя присутствует. Механическая спинка. Так, либо так. Ровно 90 градусов нету в этой коляске. Бампер у нас расстегивается с любой стороны. Тормозная педаль с правой стороны. То есть здесь у вас посередине будет ударяться нога. Корзинка при желании можно снять, постирать. Здесь у нас на молнии, там саморезы. То есть не такой быстрый доступ, не такой быстрый съем. Здесь оттянули, либо так. Потайной кармашек. Капюшон можно будет уменьшить, либо увеличить. Уменьшаете за счет молнии. То есть так вот будет. Обзор ребенку будет хороший. Здесь смотровое окошко. Ручка регулируется по высоте. То есть либо так, либо так, либо так. 9800 рублей. Коляска складывается. У нас здесь блокировка. Кнопка. И вниз спускаете ручку. Спинка должна быть максимально вниз спущена. Складывайте. Здесь замок у них. Вот, в принципе, в таком положении в машину убираете. Не такая компактная, конечно, как вот, например, бабла там всякие. Разложить, пожалуйста. Разложили. И поехали. По расцветкам есть черная, есть бежевая расцветка. Пойдемте дальше смотреть новиночки. Приехало у нас два в одном коляска. Люксмом 770. Это уже установлен прогулочный блок. Капюшон здесь можно уменьшить, также за счет молнии. Хромированная рама, сразу мы замечаем, да? Красивая хромированная рама. Похожа на Corella Ultima. Там на многие похожи. Большие резиновые колеса, то есть они не боятся проколов, но они большущие. Передние колеса у нас фиксируются. То есть поворачивайте этот механизм. Повернулся, все, зафиксировался. Обратно, пожалуйста. Амортизация здесь. Амортизация здесь. Хорошая амортизация, антишок. Ручка у нас телескопическая. Но я что-то на обзоре на всяких сайтах не видел такие модели. 29 900 рублей цена. В общем, здесь мы получаем эко-кожаные вставочки. Ручки хорошие, перфорированные. Рюкзак вот такой. Дождевик, москитная сетка. И муфтоварешки. А, подстаканник еще. Муфтоварешки. И подстаканник. Так, давайте немножко пройдемся так по-быстрому. Спинка механическая, то есть так вот почти, ну, почти 90 градусов. Здесь прям хороший такой наклон. Чехол съемный. Здесь видим эко-кожаные вставки, ограничители между ног. Эко-кожаный бампер. Без регулировки какой-либо. Он съемный. Ну, посадили ребенка. Пятиточный ремень безопасности. Спинка максимально лежачая, делается вот так вот. Капюшон вот так вот. То есть от солнца, ну, спрятает ребенка. Блок снимаем. Кнопки нажимаете, вытягиваете блок. Для хранения он очень компактный будет. То есть вот он в таком состоянии собранный. Дальше у нас рама складывается. Здесь у них блокировка. Блокировки потянули. Этот подтягиваете механизм. И она складывается у вас автоматом, грубо говоря. Точных характеристик по весу нету, но ориентировочно где-то 14 кг. Блок ставим в люлька, который с рождения. Ну, люлька легкая, 4 кг, наверное, на ощущение. Так, здесь надо вам попасть. Направляющий. Все, зафиксировали. Капюшон максимально увеличивается вот так вот. Либо уменьшается за счет молнии, опять же, этой. Ручка переноска есть с эко-кожаной вставочкой. Тоже хром, все везде. Здесь у них проветривание делается. Хорошее проветривание. Здесь проветривание в области головы. То есть вот оно. Вот моя рука.
Здесь мы видим внутри матрас плотный. Это все съемная ткань. Здесь у нас защита от ветра есть передняя. Смотровое окошко есть. Расстегнули, ребенка положили. Все удобно. Так, и давайте еще одну новинку покажу. Это Люксмом А2. Это прогулочная коляска с большим глубоким капюшоном. То есть вот он максимально, когда лежачий в горизонтальном, да, положении. Смотрите, какой большой капюшон. Ну, его также можно уменьшить, как на черной коляске, на черный расцвет. То есть вот он застегнут. Так. Преимущество данной коляски здесь то, что реверсивный блок. Вы можете ребенка к себе развернуть, так и от себя. Можете к себе повернуть. Можете от себя повернуть. Длинное спальное место. Тут почти 90 сантиметров. 89 что-то, да, такое? 90 даже. Ну, там, знаете, сантиметр 2 приплюсовать, минусовать, это ерунда. Подножка у нас регулируется. Подножка с эко-кожаной вставкой, светоотражающая полоска. Хороший эко-кожаный бампер. Ограничитель между ног, пятиточный ремень безопасности. Внутри у нас звездочки, подкладка. Что-то еще хотел сказать. А, хорошая эко-кожаная ручка. Ручка широкая прямо, для широкоплечего вообще хорошо. Если походит так вот, так. Не так вот, а вот прямо широко. В комплекте у них идет дождевик, москитная сетка и сумка. Здесь смотровое окошко. Ну, оно же и проветривание будет. Вот. Так, спинка у нас получается механическая. Либо так лежачая, либо полулежа, либо сидя. Здесь тоже почти 90 градусов. Ну, прям вот такой угол наклона больше всем нравится. Дальше у нас складывается коляска вместе. Можно с рамой сложить. То есть так вот делаете. Ручку вниз. Здесь у них есть блокировка с одной стороны, а с этой нету блокировки. То есть нажимаете и с двух сторон тянете. И отпускаете вниз ручку. Ну, соответственно, эту убираете, сумку, чтобы не запачкать. И просто приподнимаете. Вот так в таком положении убираете. Тоже не такая компактная, как те же Бабла. То есть, ну, такая прям весомая. Килограмм, наверное, блин, не соврать, килограмм 11 точно. Вот телескопическая ручка в нескольких положений. Прямо такие дотошные обзоры, я думаю, в интернете найдете. Мы так чисто показали модельку. Если стрельнуло глазом, уже обзор подробный найдете в интернете. Просто, может, вам не понравилось, смотрите, что мне сейчас растусовывать. Чехол на ножке без расстегивания посередине. С одной стороны придется вам расстегнуть. Ну, там, вот он. Кнопка. Цепляете там за сюда. Да, сюда. Видите, какой обзор неподготовленный. Все сразу же находим, узнаем и видим. Вот с одной стороны застегнули и убрали. Также застегнули. Вот такие, в общем, коляски. Это Люксмом А2. 14 400 рублей. Это Rand Volt. 9800 рублей. Но она чувствуется легче. Потому что тут колеса Эва. И сама она что-то менее массивный металл, да? Полегче. Полегче. Но и Люксмом 770. Красивая хромированная рама. Ну, красиво смотрится. Ткань рогож какая-то. Думаю, не водоотталкивающая. Ну, дождевик, москитная сетка, все в комплекте. И подстаканники ему в товарищи. В общем, ладно. Все, давайте. Пока. Как раз уже звонят.